Впервые с 1961 года США и Куба восстанавливают дипломатические отношения. Как сообщает BBC, гражданин США Алан Гросс, арестованный на Кубе 5 лет назад и приговоренный к 15 годам заключения, освобожден. Его арест и обвинения в нелегальных поставках спутникового оборудования были одним из главных препятствий налаживания диалога между Кубой и США. Тем временем в Вашингтоне сообщили о том, что в ближайшее время в Гаване может быть открыто американское посольство, а во Флориде отпущены 3 кубинцев, арестованных за шпионаж. Сообщается, что в ближайшее время кубинский лидер Рауль Кастро выступит с официальным заявлением об отношениях Гаваны и Вашингтона.